Ребята, всем привет! Вы на канале Виконста. Продолжаем видеоряд о Донецке. Предыдущие мои видео набрали уже свыше 500 000 просмотров, более 6000 комментариев. Огромное вам спасибо! И поэтому я продолжаю вам показывать город. И сегодня мы проедемся от автостанции «Центр», «Яма», как называют ее дончане, по улице Университетской, прокатимся до железнодорожного вокзала. Далее проедем по Куйбышевскому району, зацепим немного Азотный и поедем в сторону Старомихайловки. Старомихайловка — это северо-западная часть Донецка. От нее мы поедем в сторону Петровки через 29-ю и выйдем мы на поселке Трудовские. После этого наш путь продолжится через Кировский район, потом мы поедем в сторону Дурной Балки. Прокатимся немного по Смолянке, и маршрут наш будет заканчиваться в стороне площади Бакинских комиссаров. То есть мои видео зацепят практически северо-западную часть Донецка, а именно окраины. Абсолютно все места не покажешь, но часть из них обязательно вы увидите на своих экранах. Этот видеоряд сделан для тех людей, которые давно не были в Донецке и хотят хоть краешком глаза увидеть на экранах, что здесь происходит. Обязательно напиши свой комментарий в конце этого видео, а также не забывай поставить лайк. Ну что, поехали? Ну а сейчас, друзья, мы подъезжаем к Золотому кольцу. Многие знают это место и до сих пор вспоминают, потому что очень много времени проводили именно здесь, в пробках, и ждали свои автобусы, либо шли на автовокзал Южный, где находится он за Макдональдс. А сейчас мы проедемся на всеми известную яму, где большинство студентов проводили по 2-3 часа в ожидании своих маршруток. Как бы трафик не сильно загружен, понедельник, 9:30 утра. В свое время люди здесь выстаивали очереди с ОЦКБ до Золотого кольца, ехали по минут 40-50, а то и больше. Как бы жизнь идет, все своим чередом. Проедемся сейчас на саму автостанцию. Недавно нам начали обновлять наши маршрутки, пустили новые донбассовские автобусы. Ну, как бы тоже радует. Вот люди ожидают на остановках свои автобусы. Ну и сейчас проедемся ближе к Южному. Такие у нас цены на бензин. На газ. Людей, конечно, меньше по сравнению с 2014 годом, но перспективы, люди возвращаются и надеются всегда на лучшее. Вот так выглядит наша яма. То есть практически ничего не поменялось. Единственное, что вот такие вот беленькие автобусы у нас на замену пазиков идут, потому что уже свой ресурс они практически выработали полностью. Также продают здесь всякие безделушки, булочные, сделали небольшие здесь автостанции, киоски по продаже билетов. То есть рынки все равно остались, продают все, что есть. Слева у нас вещевой рынок, ну а справа Континент. В свое время здесь по выходным практически невозможно поставить машину. Ну а сейчас, как видите, вот так, средняя загруженность. Проедемся мы по улице Университетской до конца, а именно до железнодорожного вокзала. Покажу вам центральные улицы, трафик, людей, которые идут кто куда. Ну и смотрите, не переключайтесь. Thank you.
Донецке осталось очень много недостроенных зданий, и одно из них это гостиница «Дружба», которая так и не получила своих заветных людей. Бывший универсам Украина. Сейчас много продают машин в автосалонах, пригнанные отовсюду. Грузия, Литва, Россия, и в том числе наши донецкие машины, которые продаются из рук в руки. То есть здесь как можно купить машину, так и продать без всяких проблем. Проезжаем Донецк-Сити, он у нас остается в стороне, ну и путь держим в сторону железнодорожного вокзала. Доезжаем мы, друзья, до Шахтерской площади. Также здесь не работает бизнес-центр. Красивые здания здесь, да и сама архитектура в Донецке довольно-таки привлекательная. Был бы здесь торговый центр «Северный». Очень красивое здание. Со стороны, да и не только. Памятник шахтеру стоит, Шахтерскому краю, так как у нас все в Донецке практически шахтеры в той или иной степени. Ну и продолжаем наше движение в сторону маяка. We'll be right back.
Подъехали, ребята, мы к железнодорожному вокзалу. Красивая у нас выделяется церковь вдали. Ну и с правой стороны у нас автостанция и сам железнодорожный вокзал. На улице плюс один. Немного о поездах. Сейчас курсируют междугородние и пригородные поезда, а также осуществляются грузовые перевозки. То есть железная дорога мало-помалу, но работает.
как видите, трафика и людей практически нет по сравнению с центром города. Большинство людей попереезжали в центральные районы города Донецка. А также по спросу съемным квартирам пользуются районы такие, как Буденновский, Пролетарский и Ворошиловский, так как они находятся в центре Донецка. То есть, смотрите, людей практически нет, если сравнивать с центром города. Ну и время сейчас 10 часов утра. Этот ролик создан для тех людей, которые не видели свою местность, и хоть краешком глаза на своих экранах вы можете увидеть, как вы здесь жили, либо проходили, либо учились. С левой стороны у нас рынок. Также можете посмотреть на 52-ю школу, если кто-то, может быть, здесь учился. Обязательно поставь палец вверх. Ну а мы продолжаем движение. Раньше на этом переезде люди стояли по 20-30 минут, так как это основной подъезд к Донецку и выезд в сторону Мариуполя. А сейчас практически по этим рельсам мало кто передвигается. Единственное, что работники железной дороги там что-то вот вдали делают. Но сейчас мы поворачиваем налево и движемся ближе к Кировскому району. Oh!
сейчас будем подъезжать к мосту, который строился с 2011 года. Этот мост должен был связывать западную и северную часть города. По прямой можно было доехать с Песок до Текстильщика и выехать на высоковольтную трассу. То есть вот он недостроенный. И в левую сторону ближе идет к Петровской телевышке. Там уже вырубывали посадку, пассажиропоток, и машин было бы намного меньше, чем сейчас в городе Донецке. Проезжаем мы сейчас шахту Скачинского и едем ближе к поселке Старомихайловка. Ну что, друзья, вот и конечная у нас остановка, поселок Старомихайловка. Кто знает, здесь с правой стороны рынок, он до сих пор есть, функционирует. Но людей все равно маловато, так как понедельник, не будний день. Ну и плюс люди занимаются продажей овощей, фруктов, всех товаров, которые они хотят продать. А сейчас мы направляемся в сторону Петровки. Проедем мы
по 29-му кладбищу, то есть зацепим самый край города, и со временем будем возвращаться уже по Кировскому району, только уже по центральным улицам. Мы едем дальше.
приехали на окраину Петровки, ее западную часть, на первую шахту. Здесь она до сих пор функционирует, люди работают, то есть вот стоят машины, ну и жизнь идет даже на окраине. Здесь хватает людей. То есть новенькие у нас автобусы запустили. Ну и сами смотрите, кто здесь жил, кто бывал. Ну вот, друзья, приехали мы на жилплощадку. Едем по центральной улице, так сказать. С правой стороны у нас ларек Майборода. Но едем дальше. Заедем сейчас мы на стадион. Проезжаем 103-ю школу. С левой стороны ПТУ училище горнорабочее. Ну и идут дети со школы. Вот так выглядит школа на окраине Петровки, на поселке жилплощадка. Ну а мы едем дальше. Обратный путь держим через Трудовские. Заедем мы в Кировский район. И поедем уже в центр города.
это отдельный ролик будет. Мишаня. Надо было выйти. Это будет отдельный ролик, вообще жестяковый. Это ты специально поехал? Ну что, друзья,
Будем завершать нашу кругодонецкую поездку. Кому понравилось это видео, обязательно ставим палец вверх. С вас, как всегда, комментарии под этим видео. Ну а мы будем продолжать по мере возможности поступлений новых видеороликов, продвигать понемногу канал. Ну и спасибо вам большое за вашу активность. Всего хорошего, с вами был Виконста. Пока-пока.